Смотрите, какая у меня милота на заднем фоне. Такой спит там вообще. Мась, ну не надо, я хотела красивый кадр получить, зай. Короче, пристроилась у меня здесь в комнате и кайфует. Я себе на этот раз, у них появились новые шарфы, я себе решила их взять. А до этого были в русском стиле, а-ля, забыла, как их называются, такие расписные павлопосадские платки. Ну, как бы альтернатива павлопосадским платкам, только по незначительной цене. Там прям какая-то чисто символическая, причем они состояли из шерсти и вирскозы. То есть такие хорошие, у меня один белый есть. А в этом году у них появились другие шарфы производства «Россия», как написано, «шерсть-вискоза». Мне они понравились своей мягкостью. Я просто когда вскрыла, во-первых, они невесомые, то есть практически вот ну, грамм 100, может быть, как бы не 50. То есть они очень мягкие, нежные, похожи вот на какой-то кашемир. Вроде бы это и вязка, вот видите, он вязаный шарф. Сейчас я вам сфокусирую, он вязаный. Прозрачные, как бы видно, да, что там за кадром-то происходит, за шарфом, но в то же время он невероятно мягкий, не знаю, как вот по теплоте, потому что я обычно заказываю и все перестирываю. Размер здесь не указан, вот не знаю еще пока, как его одевать, потому что на голову я уже пробовала, он вот как-то получается... Оп. Как-то вот так вот. Ну, есть возможность где здесь завязать, но все равно запасика маловато. На шею, если его одевать, ну, можно разные какие-то вариации. Вот здесь вот его заворачивать. По-всякому, по-разному, но мягкость меня его поразила. Я заказала еще... такого же размера, только немного другой, ну, как бы из этой же самой серии, только немного другой. И если тот квадратный, то вот этот вот немножечко как бы длинненький, такой прямоугольный. Здесь по бокам у него бахрома, тоже написано шерсть и вискоза, по-моему, там шерсти то ли 70, то ли 30%. Он немножко другой, то есть у него вязка более плотная. Он не разреженный, но в то же время он такой же мягкий. И, как видите, по цветовой гамме я взяла и розовый, и розовый. То есть в последнее время мне что-то на розовый прям тянет. Его я тоже по-разному экспериментировала. Можно вокруг его шеи. Но это, знаете, как вот... Есть даже видео на YouTube, где можно посмотреть, как правильно завязывать шарф. Либо способы, как завязать шарф. Посмотрите, я думаю, вы нужный для себя подходящий вариант... подберете, а эти у меня шарфы отправляются в стирку, чтобы я завтра их уже смогла одеть. Очень мне нравятся с этого сайта сорочки, а на этот раз я не стала как-то комплектом брать, а решила заказать отдельно, потому что это выходит дешево, мне не нужно такое огромное количество халатов, поэтому вот под те халаты, которые у меня есть, я решила взять себе и сорочки. Ну, у меня есть халат розового цвета и голубого, соответственно, я такие сорочки взяла. Очень нежная. Сорочки я беру здесь на размерчик побольше. То есть я ношу так 42 размер здесь, но некоторые вещи я беру 44. И учитывая, что сорочка при стирке, она садится, как правило, в длину. Поэтому, так как это вещь, которую ты носишь ночью, да, хочется, чтобы дома, хочется, чтобы она более-менее такая свободная была, не обтягивающая, нигде не стесняла движения, поэтому я предпочитаю сорочки брать именно на размерчик побольше. И здесь у нее есть такое вот местечко под грудь, и еще есть привлекательная сеточка. Не сеточка, а гипюровая такая вставочка, которая будет давать некий эффект флирта. Платки стоят один 280, другой 264. Сорочка стоит 287 рублей. А следующее, это уже такого бирюзового цвета. Примерно точно такая же. Ну, имею в виду по исполнению. Обычно на бретелечках. Единственное, вот здесь вот есть небольшой вырез. Если мы сейчас...
этикетку снимем. У меня есть уже подобного рода. Мне нравится эти сорочки носить летом. Вроде бы что-то на тебе одето, и в то же время свободное, не жарко. Вот здесь вот завязывается впереди. На завязочку просто такой вот вырез симпатичный остается. И тоже 44 размера. Вот такой цвет мне идет. Он мятный, что ли, называется. А я не особо люблю спать. Я очень часто сплю вот именно так, в чем мама родила. Но когда приезжаю к родителям, это необходимость. Вот, чтобы я утром вставала, и меня никто в таком виде не видел. Костюм Бруклин. Графичный, сочетание белого и черного цветов с длинным рукавом. Он не толстый, тоненький. Его вот этот вот костюм, в отличие от других, которые тоже есть на этом сайте, потому что есть те, которые ты на улицу не оденешь, потому что у них все-таки такой домашний вид, пижамный вариант. А вот этот вот костюм можно смело одеть на прохладное лето. Черные штаны, очень хорошо мне по ростовке. Стоит этот костюм 812 рублей, по ростовке он мне отлично. Внешне тоже выглядит как нормальный такой костюм, в котором можно выйти, в принципе, и на улицу. Также можно ходить дома, так что имейте в виду. Хорошо, он на мне сидит, и заказала я его в 42 размере. Как-то словарный запас у меня закончился. Взяла вот такие вот тёпики. Две штуки. Блин, не тот беру. Размер 35-38, мне нормально. Есть еще небольшой запасик, так что я думаю, вы тоже, если обладательница 37 размера, смело в них влезете. Если у вас 38 размер, я бы, наверное, на свой вкус, потому что я люблю посвободнее, чтобы обувь была, нигде не давила, мне не жало, я бы, наверное, заказала 39, там, 40, если есть следующий размерный ряд. Такие милые, по дому ходить, как раз сейчас зима, полы все-таки холодные, хотя у меня здесь ламинат, и я люблю, чтобы у меня ноги были всегда в тепле, чтобы обязательно на них что-то было, поэтому вот взяла себе, решила вот такие вот прям тёпики взять, чтобы они утепленные были. Это китайский, это не ивановский трикотаж, это не видно, где-то заказывают, вполне себе так недорогие, стоят всего лишь 264 рубля вот эти вот. Следующие, которые я вам покажу, ну, примерно где-то в этой ценовой категории. Миленькие такие, светленькие, цвета ваниль, подойдут под разную одежду. Я во влогах себя буду показывать, как я буду под что их сочетать, с чем комбинировать. И еще другие, так как у меня очень много розовых вещей, и они такие миленькие, с ушками женственные, я решила заказать себе еще и розовую. Это тоже это размер 35-38. Лиана называются тапки, 016 у них номер. Если вдруг захотите заказать с сайта, и у них тоже розового цвета подошва. Все как я люблю. Еще я взяла сорочку в горошек, взяла 44 размера. Стоит она 366 рублей. Мне захотелось вот именно что-то такое из старых советских времен, вот а-ля советские времена, потому что я как-то с ностальгией их вспоминаю. Она, конечно же, не секси-шмекси в каком-то роде. Это не... Ну, сейчас лекало совершенно другое. Сейчас уже кому-то покажется, что такая... сорочка, да, типа ночнушка, ну, ночнушку ее назовем по старосоветскому сленгу, вещь, но она какая-то вот миловатая, ну, милая такая, нежная, в горох, и вот я ее взяла с ощущением ностальгии по тем временам, с удовольствием ее буду носить. Так как она 44 размера, она подтянет. Конечно же, можно было бы взять и 42 размер. И если бы я сейчас перезаказывала, я бы взяла, наверное, 42 размера. Но и это мне достаточно неплохо, пусть будет чуть посвободнее. Везде все закрывает, ее, в принципе, можно носить и не как ночную сорочку, не обязательно мне спать, а просто по дому летом. Она длинная. Если все предыдущие сорочки, которые я показывала, они коротенькие, а мне это нравится тем, что она длиннее, ниже колена. И вот к этим розовым сорочкам, которые у меня есть, я взяла себе банный халат.
Он из вафельной ткани 44 размера. Здесь у нее есть хлястик, на который вы можете повесить, типа в бане. Единственное, конечно же, если бы был там 42 размера, можно было взять и 42, но 42 не было, опять же. Пришлось заказать 44. Он мне свободный, но, в принципе, такие вещи не предполагают, что они должны быть, облегать как-то фигуру, да, поэтому для такой вещи это вполне допустимо, что они там на размерчик побольше. Он не плотный, как раз вот летний, как раз для бани. Эта ткань похожа на вафельную ткань, только чуть получше качества, с пояском. Есть по бокам два кармашика. Очень классный, уютный, приятный, женский, розовый, все как я люблю, халатик. Все, на этом наши с вами покупки закончились. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Есть колокольчик, можете поставить, и вам будет приходить уведомление о том, что вышло новое видео. И до новых встреч. Капитон вам тоже желает всего самого лучшего, хорошего. Да, я вам же самое главное не показала. Это постельное белье, на котором я сейчас сидела и на котором я сегодня спала. Это второе постельное белье, которое я заказала с этого сайта. Сейчас мы немножко постельку приведем в порядок, и я вам покажу, как она выглядит при дневном освещении, а позже, чуть-чуть дальше, вы увидите, как оно выглядит при ночном освещении. Это я вчера снимала. Очень нежные сочетания белого с розовым, розовый фламинго. Шикарное просто постельное белье. Это у меня двухспалочка, поплин. Я специально даже под него заказывала одеяло. Подушки 70 на 70. Но единственное, там, чем мне нравится на этом сайте, там вообще очень хороший выбор постельного белья. И, допустим, если у вас евро или евро один или полуторка, там на все размеры есть, вот, например, именно вот конкретно этой расцветки. То есть ассортимент у них хороший, богатый. Как можете заказать однотонное постельное белье, так и разноцветное. Я немножко квартиру разбавляю. Конечно, может быть, здесь и под этот интерьер, под эту цветовую гамму что-то другое подошло, там более бежевое. Но я как-то разбавляю, потому что мне нравится яркость каких-то красок, чтобы было новое, что-то менялось. Да, и поэтому вот я взяла такое. То есть есть как однотонное постельное белье, есть поплин хорошего качества, прям дорогое, за 4000 рублей, а есть более бюджетные варианты. Вот это вот, по-моему, около 2 стоит постельное белье, может быть, даже чуть подешевле. Не помню уже. И еще плюс то, что получается, если вам понравилось это белье, а у вас, например, двухспалка, ну, полутораспалка, либо, допустим, евро, либо евро один, сейчас куча разных вариантов, куча разных размеров есть постельного белья. Там есть точно такой же расцветки, но только полуторка, евро два, евро один и так далее. Имейте в виду, у меня двухспалка. Вот сейчас вы на кровати видите, потому что я специально заказывала новое себе одеяло под и новый комплект постельного белья под это одеяло, потому что у меня куча постельного белья, непонятно под какое, под какие размеры постельное белье, такое постельное белье сикое. Это не единственный мой заказ с этого сайта, то есть я хочу еще прикупить постельного бельишка, нового, какого-нибудь красивого, хорошего, чтобы мне вот именно этого размера было. На эти размеры, на эти параметры, чтобы у меня было стандартное постельное белье, а не разных вкусов, размеров, цветов и так далее. Потому что раньше покупалось, это дарилось мне без учета того, что у меня было в наличии, того одеяла, которое у меня было в наличии. То есть подушки-то, как правило, они совпадают, 70 на 70 сантиметров, простынь тоже, в принципе, заправить, и, ну, чуть она с запасом, там, с большим будет, либо чуть с меньшим запасом. А вот, конечно же, ориентируется в основном своем больше на размеры одеяла. Так вот, у меня гора тут у меня лежит, съемочная. Вот. Очень красиво. А, да, внутри же, как оно еще выглядит. Вот с обратной стороны у него, мать прости, одеялка. Она двухсторонняя получается. То есть вы можете как так, так и по-другому его переворачивать. И простыня розового цвета.
Вот такое вот красивущее постельное белье. На этот раз размер двухспальный. Это 175 евро. Ой, 175 сантиметров на 200 с чем-то. Точно не помню. Две такие подушечки. Очень классно. Тут капитон, пока мы здесь переобувались, переодевали это постельное белье, меняли. У нас тут бегал, прыгал. Очень красивое, нежняцкое такое. Прям шикарнейшее. Шикарнейшее, да, капитан, скажи? Такое классное. Ой, классное это какое постельное белье. Боже ты мой. Новенькая, чистенькая, да, зай? Шелестящая. Ай! Шелестящая. Прям шелестение от этого с ума сходит. Прям как это. Нравится ему. Нравится ему. Что-то он разгонялся у нас к ночи. Очень красивая. Здесь, видите, с обратной стороны нежный персиковый цвет. Сейчас я снимаю уже ночью при таком освещении ламповом, да, и покажу вам в разных вариациях, как оно смотрится и при дневном, и при ночном. Ну вот классное розовое фламинго, прям нежное-нежное. Еще надо для полного счастья. Малышу побегал, попрыгал, покушал и спать завалился. Мась, ну нельзя, ну ты же знаешь, что я не люблю, не играйся со мной. Потом все руки от него болят. Ты розовый фламинго, что ли? Мась? Розовый фламинго? Прям по нраву ему пришлось.